Здравствуйте, друзья! Я рада очень видеть всех вас. Меня зовут Ирина Клейн, я бизнес-тренер. И то, что я имею какой-то опыт и знания, я хочу передать вам, мои друзья. Я думаю, что у нас все получится. Мы начнем сегодня с изучения соцсетей. Я хочу сказать, что самая деловая соцсеть – это ВКонтакте. Она очень функциональная. Здесь деловая аудитория. По статистике, в соцсети ВКонтакте 90% или около 90% не заработали ни копейки. Ну, где-то 10%, допустим, 5 из них зарабатывают, не достигли еще целей своих желаемых, а 5% зарабатывают. И действительно, что-то зарабатывают уже приличные деньги, может быть, и миллион первый заработали. Я уже первый миллион заработала 3 года назад. И, в принципе, у меня более-менее слаженно так идет все это, там по разным причинам тот бизнес оставила. Вот. И начинаем дальше. Вот моя соцсеть. Как видите, у меня 5000 друзей, то есть где-то год и 3 месяца назад я покупала VIP-статус, и у меня было здесь что-то 324 человека. Вот за это время у меня набралось. То есть я не пользуюсь топ-лидерсом, я не тюкаю, не приглашаю, люди добавляются сами. Все, что приводит к этому, я вам расскажу. Ваша соцсеть, ссылки на соцсеть, вот так возьмете, вот это вот тюкните сверху, и возьмете ссылку и пошлете в наш чат. Вот именно сколько человек сейчас есть, пожалуйста, в чат выставьте свои соцсети. Я буду смотреть, в какой стадии у вас они находятся. Как видите, у меня соцсеть оформлена правильно. Видите, у меня, то есть, одна и вторая компания Парк Авеню, то есть контент у меня различный выставляется, то есть прецессия и какие-то общие такие поздравлялочки, ютубер, Парк Авеню, это тоже соцсеть. Я сразу хочу заметить, если рекламу делаете Парк Авеню, ссылки никогда не выставляйте, потому что соцсети, администрация соцсетей не любит, когда предлагают другую соцсеть. То есть ссылки завуалированы должны быть под ролик. Ролик выставляете, потом, значит, ссылка под ним. У каждого желательно, чтобы здесь был статус. Вот, допустим, статус у меня. Какое-то крылатое выражение или цитату какую-то известного человека, Киосаки, может быть, кто-то еще у вас есть. То есть подробно какая-то информация, где живете, скайп, телефон, желательно почту, что-то о себе, свой канал YouTube или какой-то веб-сайт, может быть, у вас есть блог какой-то сюда, что закончили, не все, но как-то свои какие-то интересы, все должно быть, потому что человек, который заходит к вам на страницу, он смотрит. Или вы скрываетесь, ни в коем случае никаких кошечек, собачек, цветочков, не надо, ставьте свою фотографию натуральную, пусть там где-то помоложе вы будете, но будет человек, потому что на это тоже смотрит, это очень важно. Затем, что еще должно быть? Сразу должен быть фотостатус. Как я его установить? Установить его нужно, я вам все расскажу в дальнейшем. Приложение. То есть разный контент. Значит, о себе мы написали. Свой сайт поставили, значит, статус поставили, фотостатус есть, контент разный обязательно. И, в принципе, у нас смотрится неплохо. Написание ссылок, ужесточились условия соцсетей. Вот, видите, контент разный поставили, потому что люди, которые заходят к вам на страницу, они не обязательно бизнес ищут, они смотрят, насколько человек интересуется чем, то есть интересы выявляет. Можно какие-то свои статьи выставлять сюда, это тоже очень даже приветствуется. Как писать посты? Выставляю свой пост, допустим, сюда. Выставляю пост, видите, то есть сильно большой не надо, и лепить вот так тоже не надо. Так как он у меня в скайпе, в чате, я вот так отодвину, и вот так отодвину их.
Хэштеги для чего нужны, все, наверное, знают. Большой текст нечитабельный, его не сильно-то смотрят. И свой ролик. И, допустим, я сегодня уже пост выставила, я хочу его отложить. Отложить, то есть я хочу, чтобы он завтра у меня был. Допустим, вы уходите на работу или у вас какие-то дела, и вы хотите его отложить. Видите, вот, допустим, пост, а вот здесь ролик ваш, и вот здесь слово «сейчас». Нажимаете левой клавишей мыши, и вот здесь такое табло выходит. И выставляем, допустим, на 27 я хочу марта. 27 марта в местное время выставляем, допустим, в 10 часов. В 10 часов 00 минут сохранить. Все, в очередь. Нажимаете в очередь. Все, отложенный один. Видите, вот один. Он опубликуется завтра в 10 часов. Если хотите в данный момент опубликовать, то публикуйте. Я отложила. Завтра в 10 часов мой пост пойдет. И так можете... еще несколько, и все их отложить, допустим, в 10 часов можете, в 12, в 3, в 5 часов можете отложить их, и они поочередно выйдут в соцсеть, то есть будут люди читать их. Я давайте опубликую, чтобы у меня низ открылся. Опубликовать, ладно, опубликую. Вот, открылось ниже. Для того, чтобы... Допустим, у меня 5000 человек, а у вас, допустим, 500 человек. Ну, естественно, я могу поддержать любого из вас, и в моей новостной ленте ваш пост, который я комментирую, он появится в моей новостной ленте, и моих 5000 человек увидят ваш пост. Что для этого нужно делать? Допустим, опубликовали вы пост, сразу класс себе поставили, можете комментарий какой-то написать. И вот здесь видите время. Как правильно на прокачку отдавать их. На время левой клавишей нажимаете. И вот здесь, видите, вот верхняя поисковая строка, левой клавишей нажимаете и копируете это. Копируете, копируете. И понесли в наш чат. В наш чат. Допустим, или у вас какой-то есть чат специально по вашей компании. Так, вот в Бригантину. Здесь у нас 57 человек. Если каждый из вас пишите, качните. Каждый из вас, если поставит комментарий, вы не представляете. Можете еще ссылку, еще с Фейсбука, там, с Одноклассников или еще откуда-то сюда поставить, разместить. Качните, друзья. Ну, естественно, отвечу взаимностью. Я не буду больше всего делать. Вот один. Естественно, когда вы приходите, вы непременно, давайте за условия, прям за необходимое условие будем иметь в виду, что каждому нужно нажать на ссылку и написать пару слов. Зайдете и вот здесь прокомментируете. Потому что если 50 человек даже это сделают, вы не представляете, как взлетит ваш бизнес и как к вам придут партнеры, сколько человек к вам придет. Только вы сделали комментарий в ваших соцсетях, в новостной ленте, этот мой пост пойдет. А когда я вам сделаю, то моих 5000 человек увидят ваш пост. Затем... Если у вас, значит, нравится вам этот пост, у вас на мышке все это, да? Вот на мышке. Что еще можно сделать? Скопировали пост и пошли в группы. Для чего нужны группы? Вот группы. И я хочу, вот вижу, работа, заработок. Нажимаю и свой пост вот здесь вот напишу. Так. Поинтересуйтесь. Вот здесь копируйте на своей основной странице. Вот его копируйте весь вот так вот. И понесли. Бизнес-идеи, вот, например. Очень много народу там. Вот я беру и сюда свой пост ставлю. Вот. Предложить новость. Все, ушло. И только что. И так взять ссылку. И понести на прокачку. Того, что если у вас мало подписчиков, то вы используете топ-лидерс. Топ-лидерс.
Ссылку я выставлю в чат. И вот здесь ротация есть слово. Зарегистрируйтесь и проводите ротацию вот таким образом. Там регистрация очень простая, и вот здесь вам 20 человек добавить. Я сейчас вам покажу метод касания. Этому я научилась. Вот, вы нажали, вы посмотрели. У девушки много друзей. Посмотрите. Очень много, так, общих друзей. Друзей 8 тысяч. Отличная девушка. Конечно, я с ней буду дружить. Для того, чтобы она обратила на меня внимание, делаем касание. Нажимаем на фотографию ее и ставим класс. Это обязательно. Продолжить. Мужчина. Ладно, посмотрим. Да? И так далее. Итак, 20 человек поочередно. Каждый день у вас будет добавляться, если начинаете топ-лидер, можно с утра 20 человек добавить и 20 человек вечером. Чтобы вас не забанили, то есть активность не превышайте, чтобы на вас робот не обратил внимания. А то заморозит, то на какое-то время будет неприятность. Далее, что хочу сказать. На этом этапе понятно. Зарегистрироваться в топ-лидерсе, нажать ротацию и 20 человек добавить. Вот добавлен 3 из 20. И далее буду добавлять, но не сейчас, попозже. Вот этого еще добавлю. Вот метод касания. Добавляю, класс ставлю, закрываю. Все. Называется реферал. Я ее выставлю в наш чат. И сейчас покажу. Так, фокус-группа. Обязательно добавьтесь. У многих есть проблемы с партнерами, с рефералами. ВКонтакте группа. Я нажимаю, что она представляет из себя. А представляет она вот живые рефералы. Здесь можно купить недорого рефералов. За 10 рублей, за 50, за 1 рубль. Ну, в общем, походите здесь, посмотрите, познакомитесь, да? У кого очень уж большие проблемы, может быть, из 10, допустим, купленных рефералов, 2 вашими самыми активными партнерами станут. Такое не исключено. Далее. Переходим к приложениям. Для чего они нужны? Вот здесь, видите, игры написано. Нажимаем. Как видите, у меня 3 приложения. Фотостатус, гости и фоторедактор Аватан. Чтобы загрузить вам фотостатусы, вот здесь, видите, поиск по играм. Вот здесь пишите фотостатус. Вот он. Нажимаете его, загружаете его. Видите, 2 миллиона 700 тысяч участников. Он всем нужен, фотостатус. Как им пользоваться? Понятно, вот здесь написали, загрузили, разрешили. Вот здесь будет окошечко «Разрешить». Да, разрешить. Если флешплеер посоветует обновить, то сделайте это. Как работает фотостатус? Я нажимаю. Сейчас будьте внимательны. Это будет ваше задание, потому что вы выставите соцсети. Сейчас я буду просматривать в течение недели «Создать». Как вы справились с заданием? Вот здесь, видите, создать. Здесь будет всплывающее окно, всегда рекламу можете убирать. Вот здесь выбрать. Выбрать. И смотрите картинку какую-нибудь. Так, у меня вот здесь есть, допустим, вот картинки разные. Ну, какой-нибудь. Вот это у меня загружено, я вам просто показываю. Допустим, вот это. Открыть. Загрузить. На это уже не обращайте внимания, пусть это затянуто серым. Вот здесь загрузить ставите. И вот здесь установить. Раз. И наверх нажимаете клавишу наверх. Моя страница. Все. Видите? Звук есть? Нет, что-то здесь шум прекратился. Удивительно. Вот, слышно, вот здесь нормально. Георгиевская ленточка. Ну, я потом другой фотостатус. Просто, да? То есть, игры, фотостатус. Это закрываем всплывающие окна. Создать. Выбрать. И выбираем. Я сейчас старый свой статус поставлю. Вот этот. Открыть.
Вот. Здесь посмотрите, вот пунктиром окошечко можете вот так придвинуть, передвинуть как-то. Вот здесь квадратик такой полосатенький, вот так подвинули, чтобы максимально прихватить. И вот так, ну вот так сделали. Понравилось вам загрузить, установить наверх. Моя страница. Все. Вот опять эта звездочка у меня на месте. Изменила фотостатус. Далее. Еще. На этом этапе все понятно, да? Если будет непонятно, я напомню вам. Опять нажимаю «Игры». Гости – это вы будете смотреть активность. Кто сколько раз бывает часто, нет у вас в гостях. И вообще, когда был последний раз в сетях, вот это вся здесь, значит, статистика. Что говорит, что нам, в чем поможет нам аватан? Нажимаем «Аватан». Его точно таким же макаром загружаете в поисковике «Поиск по играм». Нажимаете «Аватан» пишите. Это закрываем окошечко. Вот, здесь можно и коллаж, и слайды. Это нам нужно для слайдов, ребята. Чтобы открыть какую-то картинку, нажимаем «Открыть». И какую-нибудь картинку, допустим, вот эту. Открыть. Вот она картинка. Затем вы, допустим, хотите текст написать. Вот бизнес мой хобби. Растягиваем. Синий. Можете такой. Вот. Шрифт меняйте, только не навороченный какие-нибудь. Так, цвет можно менять. Можно зеленый, можно желтый, можно красный. Вот синенький. И вот на пустое место тюк, все, он встал. Если хотите передвинуть вот так, то передвигайте. Вот так передвигать можно в любом направлении. Чтобы вот так можно, видите? То есть я вам показываю, если круглые стрелки, их можно двигать всяко разное. Допустим, вы хотите вот так как-то сделать, то вот так вот поставьте. Всяко разное можно. Вот, можно на место повернуть круглыми стрелками, не отрывая палец от мышки. Далее, вы хотите, допустим, какую-то наклейку сделать свою. Вот здесь есть основы, обрезка, допустим, обрезка. Вот видите, обрезка. Вы можете обрезать всякое разное. Отмену сделаю, я не буду обрезать. Повернуть, изменить размер. Бывает, там как-то размеры не подходят. Вы раз можете поменять, увеличить, уменьшить в размерах можете. Отмена. Резкость, кривые. То есть поиграться вот с такой вот, с таким фоторедактором полезно. Текстуры. Текстуры. Допустим, вы хотите вот лепестки какие-нибудь накинуть сюда. Пожалуйста. Вот здесь наклейки предлагаются. Можете, вот, допустим, нажимаете. Ну, хотите, допустим, шарик какой-то. Ну, здесь он не подойдет, но я просто как формат показываю, что можно любую наклеечку сделать, свою там. Ладно, как формат показываю. Свою наклейку, наклейки, своя наклейка. Вот у меня, допустим, есть на диске D. Так, без фона, вот прозрачный разный фон, наклейки. Так, сейчас посмотрим. Иконки разные можете взять. Ну, хотите, допустим, какой-то цветочек там. Или хотите, может быть, фотографию свою какую-то без фона. Хотите свою фотографию, допустим. Сейчас я приделаю что-нибудь. Вот, допустим, вот эту. Открыть. Так, подвинете ее. И вот так вот. Расширите и вот так поставите. Внесли. Для того, чтобы взять такую фотографию без фона, я вам также дам редактор, который это делает. Вот такой редактор есть. Вот только зашли на этот сайт, здесь ни регистрации, ничего не надо. Выбор фотографий. И вот смотрите, допустим, я хочу вот эту фотографию, вот как я эту делала. Видите, у меня без фона они все. Вот нажимаю «Открыть». Загружается. Видите, вот она без фона. Скачать.
скачать, затем показать в папке левой клавишей. Сворачиваете все. Здесь отретушировать что-то, плечики там где-то что-то отрезать можно тоже. Далее, вот сделали такой слайд, подписали, здесь текст написали, отретушировать, рамку можно поставить любую, обрезать, вырезная рамка, допустим. Вот, видите, вырезная рамка. Можете тоже сделать. И потом, чтобы сохранить этот слайд, сохранить нажимаете. И вот здесь даете свое название. Допустим, бизнес, хобби. Все. Сохранить на рабочий стол. Сохранить. Эту можете. Еще раз покажу вам, как это делается. Вот картинка. И вам охота, чтобы вы здесь шли. Вы сделаете, вот здесь текст напишите, допустим, Парк Авеню там или что-то другое, или компания ваша ждет там вас, ребята. Наклейка. Своя наклейка левой клавишей. У меня на диске D фотки без фона. Ну вот ее поставлю сюда. Вот идет. Вот она идет. Вот идет. И здесь приглашалку какую-нибудь написали. Открыть какую-нибудь картинку. И наклейку сделаем, да? Наклейки у меня так под рукой. Картинки, открытки. Вот эту, допустим, сделаю открыть. И наклейку, да? Наклейки, допустим, у меня их великое множество. Их можно накачать с компьютера. Пишите, допустим, у меня есть в Опере, я просто не хочу открывать ее сейчас. У меня целый сайт занесен, и где великое множество животные, насекомые, люди. Вот, без фона. Так. Вот головные уборы к Новому году делала. Рамки, логотипы. Вот, допустим, вот. Человечки всякие разные. Девушки. Вот девушка выглядывает, допустим, из угла. Открыть. Это можете, вот она, допустим, вот так вот. Там всяких разных, великое множество их. Вот она такая выглядит. Есть, вот так пишите. Так, так, фото людей без фона или на прозрачном фоне. Вот, прозрачность. Так, еще свою наклейку. Вот видите, я для YouTube, допустим, пользуюсь там. Для слайдов, видите, у меня сколько много всяких разных картинок на прозрачном фоне. Ну, хочу, допустим, вот. Вот он, видите? Земной шар поставила. Ну, что угодно. Убрать, вот левой клавишей убрать, если не понравилось. Девушку раз, убрать. Вот здесь есть документы. Документы, видите? Мы будем, научимся еще делать гифы в дальнейшем. Видите, видео. Очень удобно. Видите, у меня много видео. Как его хорошо сюда разместить? Добавить видео. И вот здесь можете с рабочего стола, а можете просто с другого сайта. Левой клавишей нажимаете. Нужна ссылка. Я перехожу на свой канал YouTube. Кстати, я вам рекомендую. Почему? Потому что здесь есть у меня бизнес-школа для новичков. Так, вот здесь плейлисты, видите? Нажимаете плейлисты. И вот здесь прецессия есть. Бизнес-школа для новичков. Вот здесь есть школы в разных вариациях. В разных вариациях. Мы это все, конечно, будем проходить, но если что-то напомнить или в другом исполнении что-то послушать, вы можете. Но на данном этапе, кто еще новичок, совсем ничего не умеет, то разбирайтесь с соцсетями. На всякий случай я вам говорю, что здесь очень много уроков у меня. Значит, я хочу взять ссылку на свой ролик. Копирую ссылку,
понесла в каталог, и вот сюда ссылку на любой свой ролик вставляю. Все, встала сохранить. Вуаля, вот он. И когда вы делаете свой пост, ребята, пост написали, добавить что? Добавить. Если хотим видеозапись, вы можете своей вот фонотеки вот этой загрузить сразу, очень быстро. Я сохраню. Вот здесь видите еще документы, гифы можете добавить, граффити, карты, все что угодно можете добавить. Музыку можете, аудиозапись, видеозапись, фотографии. Фотографии нажимаете, если... Пожалуйста, вуаля, сохранить. Отредактировать, вот здесь вот стрелочка, редактировать. Убираю. Она лишняя, мне как-то больше нравится лицо нашего разработчика. Сохранить. Вот таким вот образом. Далее я хочу вам рассказать соцсеть Facebook. Какие особенности здесь по постам есть? Вот приходите к себе на Facebook. Я у многих замечаю, что нет, допустим, на главной странице нет фона. Фон должен быть, потому что когда заходишь к человеку, и там черное просто. Вот здесь обновить фотообложки. Нажимаете «Выбрать фото», «Оформление», «Создать коллаж», «Загрузить фото». Здесь можете все. Из предложенных можете. Ой. Или новое загрузить здесь. Фотографии точно так же можете обновить, свою загрузить. Далее. Чтобы взять ссылку Фейсбука, нажимайте на имя. И вот здесь берете свою ссылку с Фейсбука. Переходим на главную. Если вы хотите свой пост разместить в Фейсбуке. Я не скажу, что это соцсеть такая деловая. Она не очень. По статистике здесь меньше людей обращает внимание на нашу рекламу. Но тем не менее, вот видите, лента новостей. Вы нажимаете, мы хотим разместить пост. Зашли на главную страницу, нажали три точки и здесь нажали новейшие. Новейшие. Здесь будут все вас видеть. Сделали клавишей левой удар и пошли за своим постом. Так, важная информация. У меня чат есть в скайпе, где я все, что мне нужно, оставляю, чтобы быстро взять можно было. Скопировала. Вместе с хэштегами принесла сюда, вставила. Здесь я должна разделить немножко, хэштеги отодвинуть. Ну и, наверное, отодвинуть надо ссылку на ролик. Пожалуйста. Ну и здесь, наверное, фото нужно добавить. Фото добавлю я. Так. Фото на рабочем столе у меня под рукой. Так, прецессия. По прецессии вот этот. Допустим, мне нравится. Или вот это, баннер. Поставлю баннер. Загрузился баннер. И поделиться. И таким же образом мы пост свой разместили. Сейчас ролик прогружается. Видите? Таким же образом нажимаете на время только что левой клавишей мыши верхнюю поисковую строку, как вы думаете, нажимаем и берем вот эту ссылку, копируем. Но она длинная, видите, какая некрасивая, поэтому нам нужно воспользоваться кликером. Вот такой сайтик, я вам тоже выставлю его в чат. Здесь добавить одну еще ссылку, вставляете длинную, предлинную, некрасивую, делаете левой клавишей клик, и вот эту ссылку уже берете и понесли на прокачку. Одноклассники ничем не отличаются. Я вам показывала топ-лидерс. Там точно так же можно добавлять в Одноклассники. У меня здесь, допустим, вот, почти 4000 друзей. Здесь у меня есть группа, где вы можете свои посты. Вот здесь можете спокойно выставлять свои посты. Девочки успешно выставляют. Вот мои партнеры выставляют. Наташа Артемьев. Ну,
Оксана Литвинцева. Чем отличаются одноклассники от других? Здесь запрещено категорически ссылки выставлять. Тут даже не пустят, а могут и забанить всерьез, и могут навсегда. Я очень осторожна с соцсетью с этой. Вот, допустим, если в группе моей ролики хорошо работают, ролики любые, ребята, под роликами у вас всегда есть ссылка. Я могу тот же самый текст выставить, потому что у меня ссылок нет. Вставить. Мой пост пошел, и ваши посты точно так же я буду продвигать. 4000 человек увидят ваш пост. Подчеркиваю, ссылки нельзя. Свой скайп можно. Я очень рада, ребята, что вы меня слушали, что были сегодня со мной. Я думаю, всем пойдет на пользу. Мы договорились, что занятие пройдет во вторник в 18 часов.